Сегодня на базе свободной экономичной зоны Гомель-Ратон стартовала двухдневная конференция. Мета – обмерковать развитие инвестиционной деятельности СЭС у Беларуси, их экономичную эффективность и законодавший аспект. Пильная увага теме свободных экономичных зон не выпадковая. Яны – важный элемент программы пятигодового развития краины. Подробности в наступном сюжете. Свободные экономичные зоны по праву занимают особливое место у сусветной господарцы. Дарыча их колькость каля 5,5 тысяч у 147 краинах. Дейность СЭС складает 23% сусветного товарообороту. У Беларуси на их сапраўды ускладаются великие надеи. Неглядячи на знешние обставины, свободные экономичные зоны краины демонструют становчую динамику развития. Сегодня они формируют 20% экспорта республики и столько ж прямых замежных инвестиций. Задача форума – знайсти шляхи удосконаления этой системы. Позбавиться от усяго, что ей перешкаджае. Важный пункт обмеркования – законодавший аспект СЭЗ. Относительно СЭЗа, это в первую очередь сохранится тот потенциал СЭЗов, это экспортоориентированность, это привлечение инвестиций. Скорее всего, в этих направлениях будет корректироваться законодательство, и мы знаем сегодня, что СЭЗы имеют определенные проблемы, то есть мы хотим их расширять, но инфраструктуры, к сожалению, для их расширения в отдельных СЭЗах сегодня недостаточно. Спикеры форума отзначают, у рамках мероприемства не стоит мета обмерковывать выники работы СЭЗ Беларуси и поравновывать их. Тем не менее, Гомельскому ратону есть чем похвалиться. Выники опошних месяцев становчая. План по инвестициях перевыкананы, а так само регистрируются новые предприемства. С начала года уже 3 и 4 будем регистрировать. Вот еще. Это такое интересное еще предприятие. Одноразовую посуду будут у нас делать, размещаться в Жлобине. Одноразовую посуду из бумаги. Республика Беларусь планует стать членом сусветной гандлёвой организации. Подрыхтовка до нового экономичного этапа потребует максимально мобилизовать СЭЗ, каб яны были цалком эффективные и конкурентоздольные. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».